В деревне Липна Петушинского района открылся Центр культуры и досуга. Этого события ждали 3 года. Дом культуры многофункциональный. Фойе спроектировано так, что можно устраивать выставки. На 1-м этаже есть кинозал. На 2-м при желании можно поиграть в бильярд и шахматы. Объект достаточно инфраструктурно непростой, сложный. Имеет свою котельную автономную, подстанцию, резервную подстанцию. В общем, насыщен разной инфраструктурой коммунальной. Но и дизайнерские решения тоже необычные. Проект не стандартный, не типовой. Вот сейчас насыщаем объект музыкальным оборудованием, сценическим оборудованием, практически все уже поставили. И вот сегодня, в преддверии Нового года, дарим подарок жителям не только деревни Липна, поскольку этот дом культуры будет иметь статус многофункционального центра культуры и досуга, в котором могут найти себя коллективы со всего района, и жители, соответственно, сюда приезжать. Дом культуры мог открыться и раньше, но подвел подрядчик. Пришлось его сменить. На строительство потратили около 75 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. В итоге получилось 600 квадратных метров современного досугового пространства. Новый дом культуры в деревне Липна – это, наверное, самый главный подарок этого года для жителей деревни, для жителей Петушинского района. Необычно видеть в небольшом населенном пункте столь прекрасный, функциональный, красивый, я бы даже сказал, полезный объект культуры. Одна из жительниц деревни Липна живет напротив Дома культуры. За строительством наблюдала прямо из окна. Женщина признается, что сегодняшнего дня ждали всей семьей с нетерпением. Ждали внуки, потому что их у нас много. Рада очень, что у вас здесь детская площадочка. Надеемся, что ты для нас, для бабушки найдется с дедушкой. Так что очень рады, очень довольны. Очень понравился концерт. Молодые, молодцы все. Надеемся, что и у нас найдутся такие же таланты. И попеть, и потанцевать. Жителям Липны, да и ближайших населенных пунктов, новый Центр культуры даст возможность открыть в себе таланты. Здесь можно петь, танцевать. Будут и другие кружки по интересам. Приходить сюда можно всей семьей. Александра Маркина и Егор Евдокимов.